Авилон показывает, а я рассказываю. Меня зовут Даниил Королев, я менеджер отдела продаж танка Авилон, а это новый танк 700. Сегодня я вас с ним и познакомлю. Флагман начинает удивлять уже своим внешним видом. Массивный перед, пневмоподвеска, колесный диск 20-го диаметра. От внедорожника невозможно оторвать взгляд. В максимальной комплектации Edition One будут установлены 22-е колесные диски, дополнительное освещение на крыше, лазерные фары и карбоновый воздуховод. А также будет реализован режим раздачи энергии, что очень удобно в путешествиях. Танк 700 сочетает в себе передовые внедорожные технологии и премиальный комфорт. Рамный внедорожник готов к эксплуатации в городских джунглях и на дерзком бездорожье. В списке его оснащения система автоторможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, распознавание дорожных знаков, удержание в центре полосы с подруливанием и функция умного уклонения от помех. И это далеко не все. Любители бездорожья порадуют наличие понижающей передачи, размыкаемого стабилизатора поперечной устойчивости, режима брод, блокировки переднего и заднего дифференциалов и большой дорожный просвет до 255 мм. Салон Танк 700 покоряет с первых минут вождения. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией, массажем, а также удобными авиационными подголовниками. Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем диагональю 16,2 дюйма, отделка кожи НАПА, трехзонный климат-контроль. Во внедорожнике есть все для вашего комфорта. В Edition One еще и потолок с имитацией звездного неба и эксклюзивное черно-белое исполнение интерьера. Теперь поговорим про самое интересное. Под капотом у нас современный V-образный бензиновый двигатель объемом 3 литра с двойным турбонаддувом общей мощностью 354 лошадиные силы. В комплектации Edition One Танк 700 это подзаряжаемый гибрид с суммарной мощностью 517 лошадиных сил. В такой модификации автомобиль разгоняется до первой сотни менее чем за 6 секунд. Привод, разумеется, полный, а коробка 9-ступенчатый автомат. Друзья, что скажете о новой модели Танк 700? Пишите свое мнение о внедорожнике в комментариях, там же вы можете задать свои вопросы, и мы обязательно на них ответим. Для знакомства с новым Танк 700 и другими моделями бренда, добро пожаловать в Вавилон Танк. Ждем вас по адресу город Москва, Волгоградский проспект, 41, строение. До встречи!